дам тебе землю, которую приберег для себя. Ведь гостеприимство – это лучшее, что есть у людей. И когда я смотрю на землю, я вижу, что она маленькая, и что человеку очень трудно найти на ней свое место. Поэтому с этой минуты, люди, знайте, на свете есть земля, где вы никогда не будете чужими. И это говорим вам мы, боги Абхазии! Спустя два года после триумфальной победы на летнем кубке КВН команда «Нарты» из Абхазии собирается повторить свой успех в Сочи и в этом году. Летний кубок для КВН – особый формат. Для участия в этой игре приглашаются лишь сильнейшие. По статусу с этим событием может сравниться, говоря футбольным языком, разве что суперкубок УЕФА, да и то вряд ли. До уровня «Нартов» из Абхазии турнир явно не дотягивает. Голы забивать – это вам не шутки шутить. По традиции в летнем кубке встречались действующие чемпионы высшей лиги с победителями предыдущего сезона. Однако летний кубок 2010 будет проходить немного в другом формате. Сейчас они продумали такой новый формат, как бы «Чемпион плюс» называется. Два чемпиона пригласили играть и объединиться с командой, которая еще не была чемпионом, но тоже довольно-таки серьезная, опытная, вполне рейтинговая и популярная команда. Игра состоится 24 августа. В интервью Абаза ТВ о подготовке к ней перед отъездом в Сочи рассказали актеры команды КВН «Нарты» из Абхазии Тимур Квеквескири и Дамей Чамба. Как практически в любой творческой, в профессии КВНщика, многое делается в последний момент. Сценарии пишутся, как правило, за считанные дни, а на полноценные репетиции элементарно не хватает времени. Однако, по признанию профессионалов от КВНовского юмора, в этом даже присутствует определенный драйв. Когда остается несколько дней до игры, и мы все как один, там, когда вот мы понимаем, что все уже, мы говорим, вот еще бы хотя бы пару дней, вот нам, вот еще вот, чтобы хорошо подготовиться, вот чувство всегда вот не хватает, да, несколько дней, если даже мы за год начнем готовиться, нам все равно несколько дней не будет хватать. Но... Вот в этом-то и есть плюс, потому что если перерепетировать, то на сцене не будет импровизации. Импровизация не в плане текста, а в плане эмоций, игры, душевности. Некоторые вещи прямо на сцене рождаются. Из огромного количества придуманных шуток в программу попадает лишь маленькая часть. Ведь зачастую то, что кажется смешным для авторов, далеко не всегда смешно для зрителя. А бывает так, что вам смешно, а другим не смешно? Ой, очень часто. Это очень называется часто. Внутряк. Да. Именно вот внутряк, да, потому что есть такие темы, которые, допустим, с которыми мы лично сталкивались, именно наш коллектив, допустим, или тот же КВНовский коллектив весь, да, вот тоже сочинский фестиваль, где там собираются 600 команд, да, например, и когда идут просмотры этих самых команд, вот сидит в зале, в аудитории, ну, аудитория КВНщиков. И когда шутят на тот самый внутряк, эта аудитория просто там, ну, разрывается со смеху. А если эта шутка доходит до эфира, где сидят обычные зрители, то есть они могут так, ну, просто похлопать и все. Закулисную жизнь КВН, а точнее будет назвать не кухней, а мастерской. А соответствующая терминология скорее сродни лексикону автомеханика, строителя или монтажника. Каждый знает, что бывает гвоздь программы, но не все знают, что бывают еще и гайки с болтами. Болтом называется то, на чем держится вся программа. Почему он болт? Это просто вот программа сама. Она нанизывается, грубо говоря, на определенных шуруп. Вот гайки, майки, там всякие еще прибамбасики, но зажимается все чем? Болтом зажимается. То есть это все, на чем держится программа. Все номера такие смешные, мясо еще есть понятие, как раз такие лайтовые номера, которые нужны, чтобы... Они должны быть. Должны быть, да. Для количества. Для количества, так, чтобы этот болт был не один, а вокруг него просто мясом обросло, так, а вот он тот, который поджимает это все, закручивает и делает все смешно очень. С осетинской командой «Пирамида» «Нарты» из Абхазии будут выходить на сцену не в первый раз. Все помнят их прошлогоднюю победу в Юрмале. Дамей Чамба и Тимур Квеквескири уверены в том, что осетинский и абхазский юмор удачно дополняют друг друга. Именно поэтому тандем «Пирамида-Нарты» до сих пор не проиграл ни одной игры. Да, мы вот напишем определенное, да? Потом осетины напишут, мы приедем, посмотрим все, а потом будем друг друга дополнять. То есть, Внутри этого вот этого тандема, так можно сказать, что есть конкуренция. Ну, учитывая наши конкуренция, я еще раз повторяю, учитывая, что мы очень близко с друг другом общаемся,
очень теплые, дружеские, даже братские отношения с командой «Пирамиды» из Осетии, из Владикавказа. И поэтому эта конкуренция как раз помогает и нам хорошо выступать. С этой темой вот придумали шутку специально, типа осетины нас спрашивают, как вы настроены, абхазы? Ну, это внутри, конечно, будет выступление. Мы говорим, что мы так настроены, что готовы выиграть даже «Пирамиду», учитывая, что мы даже вместе выступаем. Команде КВН «Нарты из Абхазии» в этом году исполняется 10 лет. За это время абхазские КВНщики становились призерами премьер-лиги, не раз брали гран-при Юрмальского фестиваля, стали чемпионами высшей лиги и обладателями летнего кубка КВН. Причем на этом они не остановились и создали в Абхазии при поддержке оператора сотовой связи компания Mobile собственный юмористический проект стендап-шоу «Алав Клаб». Думаю, что это очень хорошее, хорошо организованный досуг, куда все могут прийти, посмотреть друг на друга, так скажем, кто в чем одет, кто на чем приехал, у кого что, какие драгоценности на друг друга. И при этом в ходе этого всего еще параллельно смотреть на сцену и смеяться, если они, конечно, успеют или там найдут минуточку внимания, чтобы не смотреть на других, а смотреть именно на сцену и смеяться над юмором. Спасибо Амобайлу, который нас подпитал, кстати, вот поддержал, и благодаря этому мы сделали такой замечательный проект. Вот они мне ручку даже за это подарили. Вот. Говорят, вы сейчас едете на летний кубок, дарим ручки, ведь будете писать сценарий. Если хорошо напишете, в следующий раз айпэды подарим, будете на айпэдах писать сценарий. Ну, мы подметили это, естественно. Актеры команды «Нарты из Абхазии» не скрывают, что многих из них приглашали работать в юмористические проекты на российских телеканалах. Однако ребята понимали, что если их разбросают по разным проектам, команда развалится. Они отказывались даже от самых заманчивых предложений с одной целью – вернуться в Абхазию для того, чтобы вместе работать здесь. За эти 10 лет, да, мы приобрели какой-то некий потенциал, которые мы с удовольствием хотим реализовать именно в Абхазии. Потому что в Абхазии на сегодняшний день шоу-бизнеса нету вообще. То есть его надо создать и поднимать. И мы это и хотим сделать. Как бы. Это, наверное, на сегодняшний день наша первая цель. Поэтому мы решили никто никуда не уезжать, а просто приехать в Абхазию и делать для нашей страны. Вернуться, да, в Абхазию. Да, вернуться в Абхазию и делать все, что в наших силах, то есть все, что мы можем сделать, мы вот решили отдать. Все, что в наших силах и силах Амобайла, вот мы все делаем. Кстати, Амобайл поддержал команду и в участии на летнем кубке КВН 2010. Накануне выступления абхазские КВНщики призывают жителей республики, неравнодушных к их творчеству, приехать в Сочи и поболеть за нартов из Абхазии. Просим всех тех, кто имеет желание и возможность приехать в Сочи, благо недалеко, поболеть за нашу команду. То только без фанатизма, пожалуйста. Мы будем рады всех видеть в зале, потому что когда в зале поддерживает такая аудитория и с абхазскими флагами, и знакомые лица, то нам вдвойне приятнее выступать, и самоотдача будет в пятерне. Видя на самом деле абхазский флаг в зале, у нас двойная ответственность уже, и мы с двойной отдачей выступаем на сцене. Игра состоится как раз накануне очередной годовщины признания независимости Абхазии. Победа в летнем кубке, безусловно, стала бы хорошим подарком для всей страны к этому празднику. Ведь если задуматься, нарты из Абхазии тоже внесли свой вклад в это событие на протяжении нескольких лет, с честью представляя республику в эфире Первого канала. Ну тогда, в конце нашего выступления, мы хотим поблагодарить КВН за то, что он не идет в прямом эфире. Ведь именно благодаря этому в Абхазии мы хотя бы неделю по-любому чемпионами будем. А недели нам вот так хватит. Семен Пегов, Гудиса Руха, Абаза ТВ.